А теперь шок-контент. По деревне Богданово Тутаевского района гулял дикобраз. Экзотическое для Ярославской области животное попало в объектив возвращавшихся из храма под вечер сельчан. Сначала они подумали, что по дороге бежит курица, петух или индюк с распущенным хвостом. Но когда беглец обернулся, не поверили глазам. Дикобраз. А распущенный хвост оказался поднятыми иглами. Путешественник не из пугливых. Остановился и внимательно осмотрел машину. А потом продолжил себе пробежку по округе. Кому принадлежит зверь, неизвестно.